Эта способность нам, надо сказать, сильно помогла. Ой, ой. Что-то я все пропускаю. Свободен. Ой-ой-ой-ой. Твою мать, это плохо. Да, уже серьезно такой отрыв у лидера гонки от меня. Что-то хард, какой-то хард. Отлично. Давай, сейчас главное не ложанусь. Ой, не самый удачный поворот. Тихо, аккуратно. Давай, 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 давай. Фу, супер. Супа. 15 подарочных сертификатов, отлично. И новая машина. Круто. Вот об этой машине я давно уже мечтал. Фу, но это было хорошо. Это было приятно. Понял. Отличная гонка, друг. Чё, где Куприн найду? А, ну в гараже, видимо. Неплохо. У меня есть все, что нужно твоей машине. Я надеюсь только, что все прибамбасы, которые я покупал на баги, они перешли на новую машину. Ну, чё, выбрал? Если нет, то печально. Так, может спортивную подвеску купить? Или что? Давайте вот этот купим лучше. Супер. А, это мы все найдем на ход. Ну, ладно. Ладно, ладно. Пинайте меня ногами, да, я опять зафейлил. Ну что ж поделаешь. Хоть тут повезет, может. Давай. Так, ну мне должно повезти. Да, очень неплохо. Отлично. Хоть тут повезло. Ну, по крайней мере, мы свой дюноход довольно неплохо прокачали. Но, конечно, оказалось, что под каждую машину апгрейды покупаются отдельно. Будем знать, будем знать. Что ж, давайте посмотрим на машину, что ли. Так, что у тебя? У тебя все стоковое стоит, я так понимаю. Да, стандартные шины, базовая броня. Ну ладно, теперь будем качать тебя. Ну, посмотрите, зато какая она крутая. Блин, это реально круто. Так, идем к шерифу Блэку. Посмотрим, что ему теперь есть нам сказать. Поздравляю, хороший заезд. Спасибо. Ну что? Рад, что ты нашел себе тачку, которая может держать удар. В твоем задании это критично. Нужно пополнить запасы в Северной дозорной башне, но добраться туда непросто. Из-за бандитов. К счастью, у нас есть ты, а у тебя укрепленный транспорт. Это будет трудно. Думаешь, справишься? Справимся. Удачи. Тебе следует поспешить. Да уж, явно следует. Так, ну что, давайте выдвигаться. В принципе, по припасам у нас все хорошо. Давайте соберем еще одного робота. Турель, кстати говоря, надо собрать. Включил и забыл создать. Робот-страж, у меня на него не хватает. Ну, я только что потратил, да, я знаю. Погнали. Внимание, внимание, говорит ваш мэр.
Так, выйти в пустошь. Давайте заценим же нашу новую тачку. Эту тачку я захотел сразу, как, собственно, увидел. Ты посмотри. Ах, какая красавица. Обалденно. Ой. А, она со мной ездит. Ты там как со мной, нет? Да, отлично. Судя по звуку, она прямо за мной. Нам сюда, извините. Ну давай. Чё-то мина моя подотстала. Куда ж ты поехал? Супер. А, надо сказать, машина гораздо более устойчивая, и как-то вес у нее чувствуется. Это приятно, это хорошо. Тихо. Что-то они разбегаются прямо от меня. Давай, дорогой, давай. Хорошо, теперь ты. Вот так. Настоящая машина убийства. А, ну и все. Так. Блин, я маленько парюсь, извините. А, у меня просто смс-ка пришла, я одной рукой пока стрелял. Подожди, нет, не сюда. Вверх по автостраде, значит. Ну ладно. Тут я еще ни разу не был. Или нет, подожди, я тут был. Здесь у нас квасир был старик, по-моему, если я не ошибаюсь. Или нет, нет. Просто похожее место. Здесь я еще не был. Что же нам готовит это место? Добрый день. Отличная работа, приятель. Эти припасы очень нужны. Да не за что, Кертис. Можешь не благодарить меня. Так, все, вернуться к шерифу Блэку. А что у нас вообще тут? Пустынная спора. Это уже что-то хорошее. Блин, какая атмосферная локация, да? А, там у нас, похоже, мотель тут. Или я что-то путаю. Но похоже, по крайней мере. Ладно, все, пора возвращаться. Именно вот здесь такой фоллаутовский дух ощущается, когда продуваемая ветрами такая арена. Кругом песок. Очень круто. А вон там у нас квасир. Вон он. Справа. Все, ладно. Как его кувыркнуло-то. Да, но по сравнению с той, эта машина гораздо менее поворотлива, к ней маленькая опять надо привыкать. Ведут они себя довольно-таки сильно по-разному. Тихо. Так, и в принципе все. Приехали практически.
это было вообще несложно. Как бы там ни было, за исключением некоторых моментов, хард здесь скорее не хард, а вот такой, короче, градации легкого уровня сложности. Очень легкий, просто легкий, не сильно легкий, но легкий. Вот такие здесь уровни сложности, я бы сказал. Так, шериф Блэк. Давайте сначала сюда сходим, получим свои денежки. А ты хороший стрелок. Надеюсь, скоро увидимся. Денги. Хорошо. Там много работ интересного у нас не появилось, случайно? Нет, все то же самое. Что у вас нужно-то? Ой, не люблю кого-то прикрывать. Нет, нет, нет. Тем более только не с мутантами, потому что в них хрен попадешь. Так, сегодня мне повезет. Брось. Нет. Ой, все это хана. Это явно уже хана. Ох. Обалдеть. Ой, это было круто. Ладно, идем к шерифу Блэку. Сегодня нам, значит, прет. Здорово, Джейк. Чё табачим? Шериф. Великолепно. Говорят, парень в башне был адски рад тебя видеть. Вот плата за твои труды. Ну вот, теперь ты был на севере. Видал ведь в каньоне эти мины-машинки? Большая проблема. Их делает клан Саванов, бандиты-умники. Каньон не будет безопасным, пока не избавимся от этих штук. Вот что нужно сделать. Проникнуть в их логово, найти склад с деталями мин и взорвать его к чертям. Мои люди нашли схемы сборки таких мин. Сооруди одну, чтобы попасть внутрь. Как думаешь, справишься? Справимся. Возьми эти схемы, борись с гадами их же оружием. Так, что нам нужно для создания этой... А, у нас все есть, отлично. Кроме того, нам нужно мини-ракеты создать для дробовика. И, в принципе, давайте создадим турель. Отлично. Давно уже я собирался к этим саванам. Я все, кстати, ломал голову, как они, саваны или саваны, хрен знаешь. Нам, татарам, скидки, как говорится. Но теперь мы туда идем по заданию, поэтому хорошо, что я туда не пошел ранее. У тебя на ремонт куча денег уходит. Ты бы попробовал поездить, как я. Так, ремонт. Отлично. Выйти в пустоши. Сейчас сразу поставим машинку на быстрый слот. Так, на F1 у нас робот-страж, на F2 осколочные, крылопалки, бинты. И это не порядок, надо сказать. Нам нужно поставить машинку. Как это сделать? Так, вот тебя мы назначим... Ой, нет. Иди сюда. Как нам тебя назначить-то? А, вот, назначить. Назначим мы тебя, пожалуй, за место вот этого. Супер. А вместо тебя мы поставим турель. Вот так. Все, отлично. Так, на F1 назначит робот, на F2 машинка, на F3 крылопалки, на F4 турель. Супер-пупер. Погнали. Давно у меня уже руки чешутся. На этих саванов. Ой, опять не туда поехал. Сейчас, как обычно, встречающая делегация. Одна машина. А мы ему по морде чайником. Ладно.
Ой-ой-ой. Так, как тебя опустить? Не сюда ли? А, просто сюда дайте, понятно. Я тоже подумал, что-то особенное потребуется. Уничтожить первый тайник с помощью мины-машины. Ладно, машины-мины. Ну да какая разница. Так, картечь. Мини-ракеты. Отлично. Один есть. Ой-ой-ой. Ой, это плохо. Кто посылает? Так, тихо, это опасно. А! Уйди, уйди. Твою мать. Так, понятно, надо отступить. Да блин, бегай ты нормально. Все, отбегался, братень. Я понял, куда их посылать. Я надеюсь, пока я ее посылаю, ко мне никто не придет. Ага, как же. Не все так просто. Сюда, что ли, послать? Эй, блин, хрен поймешь. Короче говоря, сначала мы поставим сюда турель. Не очень удачно. Вот так-то. И, в принципе, давайте посмотрим, из чего еще можно ее скрафтить, потому что, судя по всему... Блин, неужели мне по-другому никак не попасть сюда? Так. И у нас одна щель, насколько я вижу. Ну, давайте попробуем, что это такое из себя представляет. Ага, отлично. Это что еще за черня? Эй, сходите как кто-нибудь наверх. Гляньте, что там творится. Ловить. Робот-то тащит, да? Вали. Вали. Да, роботы крутые. Так, мне что, наверх ехать? Я так понимаю. У меня, кстати, там на новую машинку-то нет пока запчастей. К сожалению, нет. А, вниз. Тоже круто. Блин, ты мой питомец. Не пылим. Блин, да не топчись ты. Я назову тебя Варфоломей. Не топчись, Варфоломей. Ты нас палишь.
Кстати, как вы могли заметить, у каждого клана бандитов какой свое, свои фирменные особенности, своя анимация, свой стиль боя. Кто-то каскадерит, кто-то как гопник чисто атакует, а вот эти что-то среднее, так понимаю. Робот вообще злой. Черт, вот Фоломея поломали. Ничего, я тебя налажу, братин. Ладно, подождите. Мне надо рухломишку забрать. Давай, братья, пойдем ко мне в карман. О, они его убили. Так, ладно. Но он мне очень сильно, надо сказать, помог. Прям, я не знаю, зверюка какой-то. Машинка. Да что ты врешь-то? Мы, говорит, под сильным огнем. Я вообще не трогаю. Сюда, я так понимаю, я не могу подняться. Соберем. Это все нам пригодится. Так, замколомка-то у меня есть, нет? По-моему, у меня на нее чего-то не хватает. Да, у меня на нее не хватает коннектора. Ну ладно, хрен с ним. О, еще ингредиент. Это очень хорошо. Кроме матрешек у нас тут есть. Вот мамаша, это вообще супер. Блин, ты посмотри, какая локация, да? Проработанная. Да ты что? Правда, что ли? Так, сохраниться по-любому надо. Давно не сохранялся уже. Добрый день. Видели двоих за раз, да? Так, ну и что? А там у нас что? Супер! Что мы можем собрать? Мы можем собрать машинку. Потом турель не можем. Робот-страж, к сожалению, не можем. Для всего важен коннектор, которого у меня, к сожалению, нет. Тихо, это опасно. Блин, почему ты не просто, нельзя просто забрать, почему он постоянно разваливается? Это ж плохо. А это, видимо, я потом смогу ломать, да? Это, по крайней мере, я не знаю. Берегись,
хорошо. Пистолет, надо сказать, просто зверский. Ну, с правильно подобранными патронами, естественно. Супер. Так, ладно. Так, что-то сдается мне, что худше-то еще впереди. Запчасти для машины все. А, но я пока не вижу, куда больно ее можно применить-то. Один раз было и все, что ли? Короче говоря, круган сделал небольшой. А тут у нас закрытая дверь, я не вижу никаких щелей, где можно было бы пролезть. Значит, они где-то все-таки там внизу? Или я что-то не понял? Давайте искать, потому что тут наверняка дело в них. Как говорится, нужна щель. Нужна щель. Да вроде не видать ничего. Просто что ли, я не знаю. Выстрелить в дверь. Пока что у меня только такой вывод напрашивается. Давайте попробуем. Явно нет. Может машинку прям сюда подогнать. Хотя тоже сомневаюсь, конечно. Что-то непонятно. Или может, блин, подожди. Наверняка все очевидно и очень просто. Какая-нибудь кнопка вот тут вот, которая открывает эту дверь. А, вот, теперь это открылось. Оно же раньше не открывалось. Что за бардак? Могут, могут. Супер. А, ну я думаю, я эти... Ой, как опасно. Эти штуки оставлю для кого-то более тяжелого. А, но мне понравилось, мне понравилось. Все, кажись. Отлично. А, ну и, ребят, я думаю, что-то у нас эта серия задерживается. Я думаю, на этом мы прекратим. Продолжим путешествовать по их базе в следующей. Надеюсь, в следующей отсюда и выберемся. А, надеюсь, вам все нравится. Ставьте пальцы вверх, комментируйте. С вами был Артур, как обычно. Пока-пока-пока.